Всем привет! Вы на канале Lucky Jackie. Не забудьте подписаться, ставьте лайк. Сегодня у меня очень интересное видео. Распаковка. И мы будем распаковывать то, что... Сейчас вам покажу. Карточки покемон! Вот такие вот карточки. Сегодня мы с вами распакуем. У меня до этого я не помню. Да, снимал видео, по-моему. Вот кто-то видел. Вот такая вот я буду открывать карточки, вот такие вот коллекции. Не коллекция, а обёртка такой. Сейчас покажу, у меня сейчас вот это прям. Вот у меня были карты, я ну, как сказать, не до тех пор, а когда-то, помню, раньше открыл такие карты. А поэтому у меня немножко уже есть. Конечно, мне редкие не попались, а вот у меня есть несколько карточек. Кто видел, снимал, помню такое видео точно. Поэтому моя коллекция сегодня пополнится. Теперь меня будет еще больше. Открываем, ребята. Вот наше это. Само. Теперь давайте обрежем. Ровненько, красивенько. Сейчас. Нет, чего не рвется? Тут же вроде бы ничего нету. Угу. Готово. И что? Совсем не открывается. Что же это такое? Сейчас, минуточку. Сейчас. Что это было? А, это не карточки, карточки там. Там. Так, ребята, вот первая обвертка, что можно их сканировать и играть в игру. Круто. Так, что попадется? Так. Смотрите, что мне попалось. Такая вот карточка силы. У меня такой еще, кстати, никогда не было. Интересная карточка. Вот это да, крутая карточка, у меня такой даже не было. Ой, все поулетало от вентилятора. Вот такая вот, ребята, крутая карточка, это уже редкая карточка. Она такая, не, смотрите, я сейчас вам покажу. Смотрите, видите, она перед так цветами меняется. Ну, не знаю, может и не видно, но она цветом реально меняется. Не видно на камере, но это круто, конечно, карточки. Следующая. Обычная попалась, какая-то просто палка. Ну ничего, там еще сейчас посчитаю, сколько там. Вот такая вот просто палка. Даже не знаю, что это может быть. Просто палка. Просто без ничего палка. Да. А сколько там у меня еще карт? Еще 3 карты. Угу, много-много. О, класс! Крутая карточка. Это сейчас вам скажу, кто это. Может, кто-то знает такого персонажа. Вот такой вот персонаж. Вот такой вот персонаж, не помню его название. Одним словом, мне такой персонаж интересный. Это типа черепаха. Ну, не черепаха, ну, не знаю даже как. Я вам там, вам перед, ну, как-то сказать. Это уже будет конец видео, потом вам покажу. Так, предпоследнее. О, что это такое? Это что-то непонятное. Это является каким-то, наверное... Каким-то, я знаю, такое, по-моему, какое-то древнее существо, или как-то, по-моему, как-то так называется вот это само в реальности. Это зверек. Вот такой вот интересный зверек. Даже не знаю, кто он есть. И последняя карточка. Какой-то бобер. Кто это есть, даже не знаю. Бобер. А что это? А, они не отличаются, да? Или отличаются с чем-то? Нет, одинаковые карточки. Ага, ребята, мне попался вот такой вот бобер. Не, не бобер. Я не знаю, на самом деле, кто это. Может быть, какой-то бебрик. Вот такой вот, не бебрик, а какой-то зверь. Похожий на бобра, но без большого хвоста. Вот такой вот звери бывают в покемонах. И теперь, ребята, за все это видео у меня теперь прибавилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как шесть? Не верю. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть уже карточек. Вот это да, ребята. А мои, конечно, старые карточки, мне ничего крутого не попалось. Какие-то немножко непонятные. И теперь, если их смешать, так у меня уже вместе получится, если там было... Сейчас посчитаю, сколько было тогда. Тогда было их, по-моему, ровно 5. Да, было 5 тогда в других карточках. А вот в новых карточках, это что-то кажется, они какие-то... Они какие-то то ли разные, мне кажется, то ли нет.
Интересное что-то. Так, а эти карточек 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тогда вместе у меня 11 карточек уже. Если прибавить старую пачечку карточек и новых, то теперь у меня вместе получается, как это называется, сказать, что теперь у меня уже 11 карточек. Представляете, как уже много? У меня уже потихоньку-потихоньку уже коллекция появляется. Вот это да! Ребята, если вам понравились видео про карточки Покемон, не знаю, как вам, но мне не очень понравились, то пишите. Если будет, ну, если будет много комментариев про то, что вам нравится, то тогда я сниму следующую часть, и будет такая же самая упаковка. Только давайте пишите быстрее, потому что эти карточки скоро закончатся. Они очень ценные. И поэтому быстрее пишите, потому что скоро они закончатся, и вообще не смогу больше их найти. И придется снимать, как всегда, обычные влоги, а так я вам могу еще карточки показать. И сейчас я вам покажу, как эти карточки выглядят подробней. Ребята, а вот уже, а вот и карточки. Вот как они выглядят, сейчас вам покажу. Первая карточка, это, по-моему, пальма, я так понимаю. Что пальма с каким-то... чем-то зеленым, каким-то птичкой, наверное. Ну, не знаю, что-то крутое. Потом какое-то, я не знаю даже что, какое-то древнее существо, наверное, подводное, я так думаю. Просто карточка усиления. Что-то очень крутое. Это, ну, я не помню, как его зовут, но какая-то крутая карточка. А, вот что это, вот. Этот столб, вот он. Может, этот столб и крутой, но, по-моему, эта карточка не крутая. И последний был... то ли бобрик, то ли собачка. Непонятный зверь. Вот такие вот карточки мне сегодня вот попались. Если вам нравятся эти карточки, то пишите в комментариях, и я сниму еще одну часть. И на этом мы с вами будем заканчивать. Всем... ну, или пока-пока, или бай-бай! Всем бай-бай! Ждите продолжения. Если, конечно, вам карточки понравились... то тогда пишите, будет продолжение. А теперь помню, когда, ну, сейчас будет, как всегда, мое любимое, дождь из карточек. Та-та-та-та. Очень быстрый дождь. Всем бай-бай!